Игры Бодуна. Перед вами уникальное, единственное в мире аудиовизуальное руководство по играм для пьяной компании. В них можно играть в любое время, в любом месте и в любом составе. Игрок должен быть легкомысленным и совершеннолетним человеком, желающим превратиться в существо, не стоящее на ногах. Для игры необходимы следующие предметы домашнего обихода. Шариковые ручки, стаканчики из небьющегося стекла, губки, ведра, мячики для гольфа, бутылочки для детского питания, ручки для швабры, воронка и шланг, ложки, большие кружки, колода карт, незваный гость, половник и повязка для глаз. Выпивка. Необходимые напитки: пиво, водка, виски, Бейлис, текила, мятный ликер, блюшайт, бренди и снова пиво. Мы, авторы этого фильма, не имеем права как-то ограничивать количество спиртного, потребляемого разумными взрослыми людьми во время этих игр. Но мы не несем никакой ответственности за последствия, если компания из 10 человек вздумает сыграть во все наши игры, выставив на стол полбутылки вишневого сиропа, 4 банки пива, графин яблочного сока. Как главный церемониймейстер, я обязан кратко разъяснить вам основные правила, распространяющиеся на все игры с выпивкой. Первое. Перед началом игры необходимо выбрать ведущего. Он должен проследить, чтобы во всех играх свято соблюдались установленные правила. Его решения обжалованию не подлежат. Второе. Ведущий требует неукоснительного внесения всех штрафов, наложенных на участников игры. Третье. Ведущий имеет право в любой момент оштрафовать любого участника или любую команду, если считает, что так игра пойдет веселее. Четвертое. Долг ведущего объявить игроку, что на сегодня ему или ей уже хватит. Посадить в такси и благополучно отправить домой по верному адресу. Итак, вы поняли. Самое главное — правильно выбрать ведущего. Если не уверены, выберите человека с извращенным чувством юмора, сильно превосходящего вас по весу и росту, с которым в любой стадии опьянения не рискнете связаться. Или наоборот, выберите располагающего к себе обаятельного и привлекательного, вроде меня.